Многолетнее сотрудничество связывает «Лукойл» с командой «Спартак». Летний футбольный лагерь – совместный проект. Сначала он был запущен в Москве. В 2017-м расширили деятельность. Помимо столицы, центры подготовки юных футболистов открылись в Крыму и Когалыме. Условия проведения сборов высоко оценили тренеры Академии «Спартак» имени Федора Черенкова. Вот-вот, молодцы. Хорошо, второй раз делаем. В 2024-м делиться опытом в Когалым приедут чемпионы страны Владимир Букиевский, Александр Семенов, Олег Кужлев, Данила Титов и Виталий Кулев. Летний детский лагерь «Спартак» в Когалыме – это тренировки, мастер-классы, индивидуальные занятия, медицинское сопровождение и правильное питание. Плюс культурная программа. Как заверяют организаторы, тренировки состоятся при любой погоде. Для этого задействуют спортивные центры «Юбилейный» и «Ягун».